Зарплаты, пенсии и отпускные педагогам по графику. С начала месяца в бюджет поступило 85% от того, что прогнозировали. На пенсии и пособия перечислили 126 миллионов рублей. Это при том, что каждый месяц страна тратится на борьбу с коронавирусом. В августе из бюджета на доплаты медикам, работу госпиталей выделили около 23 миллионов рублей. Расходы очень серьезные, и каждый день приходится подписывать распоряжение правительства о выделении денежных средств. Работа проводится большая, но других вариантов нет, поэтому еще раз подчеркну важность координации действий всех министерств и ведомств, включая Министерство финансов, что, в общем-то, и происходит, и это хорошо. Это работа с хорошим результатом. Продолжается и поддержка предпринимателей. Всего заявок поступило на 25,5 миллионов рублей. Почти всю сумму выплатили.